Всем приветик! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный салат намазка из свеклы. Ингредиенты самые простые, но получается очень-очень вкусно. Нам понадобится одна свекла, мы отварили, и грецкие орехи. Орехов где-то грамм 100, как по мне, этот салат, чем больше орехов, тем вкуснее. И свеклу такую покрупнее. Свеклу чистим, натираем на крупную терку с нашу свеклу и добавляем сюда измельченные грецкие орехи. Орехи я не обжариваю. Добавляем соль по вкусу, также 1 столовую ложку майонеза и черный перец молотый. Теперь все это хорошо перемешиваем. По желанию можете добавить чесночок. Я добавляю вот такой соус чесночный, он и придает остринку. Все, перемешивайте, салат готов. Также не забудьте попробовать на соль. Если не хватает, то добавляйте. Вот так легко и просто мы с вами приготовили супер вкусняшку. Как вы увидели, готовится легко и просто. А самое главное, это еще очень-очень вкусно. Всем пока-пока. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк. И ждем новые видео. Пока-пока.